Ваня, купите кроссовки. Музыка всегда со мной, ночь МС, always ready to make some noise. От темных сил огражден звуковой стеной. Моя музыка всегда со мной, ночь МС, always ready to make some noise. От темных сил огражден звуковой стеной. Неопробиваемой, хоть и невидимой, я словно пашу породину тысячи символов, боясь в конце прочитать их все tonight. Мы всегда временами хакером прогрессивным матрицу почти взломано Вавилон на сай. Еще чуть-чуть и можно уже нажать на enter. Экран загадочно горит под слоем отпечатков. Это наивно, но я обожаю моменты, когда ноты или буквы становятся в нужном порядке. Когда картину склады боятся детали пазла, сознание реактор полный нагретой плазмы. И верится в то, что наш странный мир не просто пространство, застиранное временем до черных дыр. Остановка до пассажиров по соседству доносятся кэт-минусовки и обрывки текста. Выходите на следующий, это что, мне вот надо. Бомбина вперед, вернуем эскалатор. Моя музыка всегда со мной. Ночью синий, запускай, ты мейл со мной. За темных сил огражден звуковой стеной. Неопробиваемой, хоть и невидимой. Моя музыка всегда со мной. Ночью синий, запускай, ты мейл со мной. За темных сил огражден звуковой стеной. В этом городе времени всегда в обрез, и трата его на дорогу от идеи до результата. Должна быть минимально мой путь резвый краток. Мне специально отведенных мест не надо. И то, что пока что лишь мне одному слышно, скоро станет в чем-то плеером MP3-шкой. Разорвет затишье в мелкие куски, чтоб у тоскливой тишины победить не вышло. Под скопом вспышки на концерте грянет, кадрами клипа замигает на экране. На стекла автомобиля изнутри надавит приумывший воздух. Бог на чем-то точно. Как сосед по гаре в бедах изношенную. В центре зала в разгаре моша. Потом отличный вид и отсверевший дисторшн. Но это пока что лишь мои мысли. Так будет позже. Моя музыка всегда со мной. Ночь МС, запуск ready to make со мной. За темных сил огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой. Моя музыка всегда со мной. Ночь МС, запуск ready to make со мной. За темных сил огражден звуковой стеной. Добрый вечер! Это группа Noise MC и оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии под управлением Евгения Алексеевича Олешникова. Ну что же, для того, чтобы исполнить следующую песню, трепетную и нежную к ушкам даже самых-самых оголтелых поклонников эстрадной музыки, я возьму себе другую гитару. Сейчас мы исполним свой самый первый хит. Некоторые думают, что это за закрытой дверью, но нет, это не так. Ведь еще до «За закрытой дверью» у нас была она. Песня для радио.
Если это радиоэфир, работа она готова. Ни одного плохого слова и припев попсовый. Пусть попробуют ко мне только потом придраться. Я ни одной запретной темы в тексте не затронул, не противоречил ни морали, ни закону. Ты спросишь, для чего вообще я вышел к микрофону? Но рэпер должен лишь что-то читать поверх музона. Ни слова о наркотиках, ни слова о политике, ни буквы в адрес недовольных, но критиков тебя не станет грузить о том, что жизнь ужасна. Типа на улицу под вечер выходить опасно. Типа их девушка ушла, и с деньгами плохо. И типа все, что мне осталось, это хотело, как нет. Все намного проще, сделав посерьезней мордой, я могу свой рэп по три блатных аккорда. Назови меня попсой, обвини в чем хочешь. Слушать будешь все равно, я же знаю точно. Убираться будешь здесь, и друзьям не скажешь. Назови меня попсой, не обижу, скажи. Не обижу, скажи. Не обижу, скажи. Тут на радио звонит девчонке и просит. Тише ответит окей и нажмет на плей. К радости позвонивший и ее друзей. Потом карабкаясь как альпинист на Эверест, я влезу в хит-парад на одной из первых мест. И буду там висеть, покуда всем не надоест. А после выпущу альбом с названием The Best. И будет этот трек, и 25 миксов. Вот уже вижу, как толпятся у прилавков чипсы. Отличный уровень продаж, купленный стираж. Вокруг моей персоны бешеный ажиотаж. Да, я мечтаю об этом, а вы как будто нет. А вы не признанный гений, уличный поэт. Ну да, куда мне до вас, я меркантильный жлоб. Мне плевать на некоммерческий хип-хоп. Чем хочешь, слушать будешь все равно. Я же знаю точно. У пиратов купишь диск и друзьям не скажешь. Назови меня попсой, не обижу, скажи. Не обижу, скажи. Не обижу, скажи. Спасибо. Сейчас я хотел бы пригласить на сцену Веру Цукаленко, солистку Белгородской филармонии, друзья. Она споет вам ирландскую народную песню, которая очень органично вписывается в следующую композицию. Эту композицию я хотел бы посвятить своей жене и нашей необъятной, как космос, любви. Она называется «Вселенная бесконечная». Есть такие версии нашего мира, где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально.
печально прошли друг друга мимо. И мы там, может быть, даже счастливы. То есть, самый нравственный, но не хочу даже думать счастья. О, одинокий ребенок, брошенный всеми, пустой магазин и игрушек. Бродя среди полок, убивающий веном, понимая, что взрослым не нужен. Он собрал уже тысячи конструкторов разных, он распечатал всех кукол. Но он все еще ищет детали для пазла, он все еще ходит по кругу. А есть, наверное, по удачным расклады, без лишней жести, которая нам досталась. Там все случилось не вопреки всему, а как надо, так как тут никогда не случалось. Мы попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми и хорошими. Если играть то, что нами с тобою прожито, не наскучит малышу в магазине брошенному. Но я надеюсь, это позже случится гораздо. Я туда совершенно не тороплюсь. Как бы куда там ни было, мне одно ясно, еще сильнее я в тебя все равно не влюблюсь. Одинокий ребенок, брошенный в тени, пустом магазине игрушек. Бродя среди полок, убивающий время, понимая, что взрослым не нужен. Он собрал уже тысячи конструкторов разных, он распечатал всех кукол. Но он все еще ищет детали для пазла, он все еще ходит по кругу. О, одинокий ребенок, брошенный в тени, пустом магазине и кружек. Бродя среди полок, убивающий время, понимая, что взрослым не нужен. Он собрал уже тысячи конструкторов разных, он распечатал всех кукол. Но он все еще ищет детали для пазла, он все еще ходит по кругу. Спасибо большое. Следующую песню мы посвящаем памяти Александры Соколовой. Это наша совместная работа с группой Atlantida Project. Эта песня называется «Иордан». Пусть все успеют помириться до того, как растают ледники. Режиссер приглушит микси. Снова голос за кадровый. Невероятную правду нам о врагах наших расскажет. За вас свой складный тоном прохладным читает бумажек. Ни на одном из девайсов не откроются неудобные ссылки. Как веки бойца, спешащего к маме домой коробки с цинкой. Стука директор кровавого цирка билетные корешки считает. Но ледники растают, ледники растают. Ледники растают, восполнится Иордан. Восполнится Иордан. Пусть это мирится
Лондоном на зиму теплые вещи. С открытыми ртами народ рукоплещет, восторг от пламенной речи его. От холода губы все в трещинах, на ветру дрожат голые плечи. Но дар убеждения есть сила, и все третьи гор ждут обещанного. Он обвиняет врага и в стучащих зубах, и в узорах на окнах. Мулы со врага не спешат возвращаться назад, перелетные стаи. И чем дольше он говорит, тем сильнее и страшнее натиск ветров холодных. Но ледники растают, ледники растают. Ледники растают, восполнится Иордан. Пусть в этом мире за шалом алейхем. Шалом алейхем. Шалом алейхем. Ва-алейкум салам. Ва-алейкум салам. Ва-алейкум салам. Ва-алейкум салам. Спасибо. Ну что же, сейчас мы вернемся к космической тематике. Следующая песня, на первый взгляд, о падающем метеорите. Но также это своего рода раскрытие и дополнительная иллюстрация к знаменитой фразе Курта Кобейна о том, что лучше сгореть, чем медленно угаснуть. Эта песня называется «Сгораю». Внизу потуда не лежат, а жаль. Там только люди малюсенькие мельтешат. От страха дрожая и не соображая, куда бежать. Полны пропитанных холодным потом ночных пижам, липнут к телам разбуженных горожан. По стёклам и по скрёбам не сползёт огромный шар, такого в своих окнах город не отражал. Ещё никогда никому не доводилось видеть метеор близко так. Провода натянул, город молит мать. Последний шаг, и я сгораю. Где плотные слои атмосферы, давая людям ощущение свободы. Ничего не производят заводы, все смотрят на небо. Где я сгораю, да нахуй чудо выхватя воздух, своим сиянием запрепая слезы, горю исчезая.
ищет друг. Камикадзе, гравитация, облака пока не смогу остаться. Вот вам от меня на память раскаленная субстанция. Полюбуйтесь, как она будет охлаждаться, оседая на крыше асфальт и одежду. Между небом и землей заполняя бреши, раскрашивая скучный урбан в цвета неспешно, с тусом, с модом перемешиваясь неспешно. Красоты неземной, ни в то время, ни в том месте взойдет заря. Опасности никакой. Вот и все, ты боялся зря. А я сгораю, даря плотные слои атмосферы, давая людям ощущение свободы. Ничего не производят заводы, все смотрят на небо, где я сгораю. Да на причудливые края воздуха, своим сиянием засыпая слезы, горю исчезая. Ветер скоро развеет мои следы, загулявшему небу верну покой. Ключ рутины в наручниках суеты, повернется снова по часовой. Ну что ж, Земле в этом плане повезло. До нас долетают только самые-самые крупные метеориты, остальные сгорают в атмосфере. Но что делать тем планетам, вокруг которых давно уже нет никаких газов? Ничего, они абсолютно беззащитны. Сейчас прозвучит песня о том, как одна из этих планет стала таковой. С этой песни началось наше сотрудничество с оркестром. И это по-прежнему один из моих самых любимых номеров. На Марсе классно! Плотностью воздуха, жаль, что так поздно. Земляне получили снимки с этой прекрасной планеты. Тут было еще прикольней, до местного конца света. Летом цвели пышным цветом диковинные растения. Невиданно высокие, из-за слабого притяжения шумели гигантскими кронами в лесах, скверах и парках, где бы тени прятались местными жители, когда жарко. Они были похожи на нас, не во всем, конечно, но все-таки в целом без какой-то там оголтелой экзотики. Иная форма ушей, пальцы рук другие по длине. Но умирать им было так же страшно, как тебе или мне. Марс, бог войны, не слышащий молитвы, вали с Олимпа, пушки на пол, черту битвы. В топку военные карты с планами наступлений, засыпая окопы, разбирая наступление. Марс, бог войны, не слышащий молитвы, вали с Олимпа, пушки на пол, черту битвы. В топку военные карты с планами наступлений, засыпая окопы, разбирая укрепления. We'll be right back.
спешке ворочали каменные блоки. Пирамиды не шутка, тут нельзя не уложиться в сроки. Они орошали посевы, делали из тростника папирусы, верили, что им помогают в этом рай и Осирис. А на красной точке при синем черном южном небе ночном, пока рабы отдыхали от проделанного днем, пока жрецам с ними спутница, фараону кошмары. Самолеты и ракеты заполоняли радары. Пару ударов, еще пара попытки перехвата. Забавная все-таки штука, этот ваш мирный атом. Высокие технологии, культура богатая, а теперь только красные пески, крутые горы и кратеры. Безумно красивые каналы рядом с экватором, но некому больше любоваться тамошними закатами. Крутится вокруг солнца рыжий безжизненный глобус, а вокруг него в свою очередь Деймос и Фобос Марс. Бог войны, не слышащий молитвы, вали с Олимпа Пушкина, волчок у битвы. Топ-пол военных карт и странами наступлений. Засыпаем окопы, разбираем наступление Марс. Бог войны, не слышащий молитвы, вали с Олимпа Пушкина, волчок у битвы. Топ-пол военных карт и странами наступлений. Красные пески, крутые горы и кратеры, безумно красивые каналы рядом с экватором. Ничто не сравнится с тамошними закатами. На Марсе классно, красные пески, крутые горы и кратеры, безумно красивые каналы рядом с экватором. Ничто не сравнится с тамошними закатами. На Марсе классно. На Марсе классно. Все вместе скажем «На Марсе!» Оркестр! 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 С Евгением Алексеевичем мы познакомились в 1997 году. Я переехал в Белгород и сначала занимался у другого преподавателя по классической гитаре, но моя мама отчаянно искала самого лучшего педагога в городе. И моя мама нашла самого лучшего педагога в городе. Прямо сейчас прозвучит песня как раз о тех временах, когда мы с Евгением Алексеевичем познакомились, и называется она «Антенны». От 8-битных приставок и видеокассет с переводом гнусавым. А маги с надписью «Нирвана» не успевали класть на прилавок. Вместо серпа и молота орел буклавый, крабы, лаписки, петара, влево держава. Нам по барабану для тех, кто постарше странно. Вчерашние республики теперь зарубежные страны. На экранах чернуха и откровенные сцены. Другом запретные плоды по спекулятивным ценам. Героиновый бум, повальное увлечение рейвом. А я слушал на двух кассетнике Курта, Криса и Дейва. Звук на всю, если мама была в ночную смену. Шумный шла соседям, легко проходя сквозь стены. Орали колонки на грани поломки, фанила пленка. Мне так хотелось научиться быть таким же громким. Который мы воспроизводим, легко проходит сквозь кирпичные стены. 3 часа ночи, соседи нам в сборе, чтобы ловить на сигнал не нужны антенны. Шум, который мы воспроизводим, легко проходит сквозь кирпичные стены. 3 часа ночи, соседи нам в сборе,
себе, чтобы ловить на сигнал. Мне нужны антенны, не нужны антенны, не нужны антенны, не нужны антенны. Вместо перед культом бомбокастером в стиле фантастика. За окном уже роботы должны болить друг друга из бластеров на фоне летающих машин и звездолетов. И девать вашу мой 21 век. Компьютер каждый дом, мобильный каждый карман. Будто с флешки, МП3-шки и спам. Не на чем послушать кассету, дискету некуда вставить. А вот просто скажется, осваивать никто не станет. Дорого и глупо, долобный беспонтовый вакуум. Сплошной гимор, а не кусок лакомной антенны. Инопланетяне ловят наши сигналы, им не до нас. У них своих забот навалов. Как нужен мы за всех дурим слышным во вселенной. Зато этот звук легко проходит сквозь стены. У меня отдельные эфиры и радиочастоты. И наплевать, что соседям забрана работа. Который мы по своим входим, легко проходит сквозь кирпичные стены. Три часа ночи соседи на взводе, чтобы ловить на сигнал, не нужны антенны. Шум, который мы по своим входим, легко проходит сквозь кирпичные стены. Три часа ночи соседи на взводе, чтобы ловить на сигнал, не нужны антенны. Не нужны антенны. Не нужны антенны. Не нужны антенны. Не нужны антенны, не нужны антенны. Знаю не понаслышке, как это бывает, когда собираешься с любимым человеком куда-нибудь вечером выйти, и вот вы собираетесь, немного нервничаете, спешите, опаздываете. Тут очень высокая вероятность того, что вы поссоритесь. Так вот, если вдруг, не дай бог, с вами такое произошло сегодня, я даю вам буквально следующую песню для того, чтобы все наладить. Ну хорошо, если у вас там что-то посерьезнее, если вдруг всплыло в этом бессмысленном трепе что-то давно лежавшая в глубине, тогда у вас время до конца концерта. Ну а так вообще давайте, за время ругани из-за стены все решим, да? Я засыпать привык давно, подруга не за стены. А быки серьезным взрослым слов уже не мешают мне видеть сны. Я засыпать привык давно, подруга не за стены. Мне снова приснится, что я смело набираю высоту. Это так смешно. Раз я летаю, значит я расту. Город из-за что в мою комнату впустит темноту. И я покину дом сквозь потолок уйду. Через квартиры с соседями, мантен на крыше нашей девятиэтажки. Это совсем не трудно и не страшно. Все дома внизу как будто из кубиков сложено. А я, наверное, оттуда хожу с размером с горошину. Машины ездят крошечные, как игрушечные. В любую, кажется, можно пальцы подушечками вцепиться и покатить ее куда захочется, прямо как в песочнице. Мой полет не кончится, пока я утром не вернусь на ночь старше став. Пока мама с папой не выяснит, кто из них прав. Они меня не замечают за стеклом оконным. Друг на друга лают, как пара собак бездомных, спорят на повышенных тонах, снова что-то делят. И думают, что я мирно сплю в своей постели, а я не здесь. Я там, где облака и звезды, и не беда, что мне гулять нельзя так поздно. И кто из них на мне все равно, ведь они оба мне нужны. Я засыпать привык давно, подруга не за стены. Обрывки серьезных взрослых слов уже не мешают мне видеть сны. Я засыпать привык давно, подруга не за стены.
из-за стены. Мне снова приснится, что я смело набираю высоту. Это так смешно. Раз я летаю, значит я расту. Город, и за что? Мою комнату впустит темноту. И я покину дом, сквозь потолок уйду. Рассвет на торгах нового дня, темную упаковку с того же края, что вчера привычный. Потопают фигурки с кухни, потянет крепким кофе из маминой турки. Это значит, летать уже хватит. Скоро в садик гомонина ждет посадочная полоса кровати. Когда я приземлюсь, они уже будут не вместе. Я стану маленьким орудием большой мести, умеющим делать больно против собственной воли. Мечом футбольным, летающим над полем. От игрока к игроку, от ворот к воротам. Мама, папа, я не хочу таких полетов. И кто их возьмет, мне все равно. Засыпать привык давно, подруга не за стены. А прыгать серьезным взрослым слов уже не мешают мне видеть сны. Я засыпать привык давно, подруга не за стены. Мне снова приснится, что я смело набираю высоту. Это так смешно. Раз я летаю, значит я расту. Скоро ты за что? Мою комнату впустит темноту. И я покину дом, сквозь потолок уйду. Через квартиры соседей лиман, там на крыше нашей девятиэтажки. Слушайте, ну я во втором куплете, когда поднял глаза и вдруг увидел, что звезды зажглись над нами, ну я аж слова забыл. Спасибо, это было очень атмосферно. Спасибо. Следующую песню я написал в 2005 году. В тот момент у нас только-только начали зарождаться отношения с моей на тот момент будущей женой. И вдруг сразу же все это поломалось и расстроилось. Я написал песню, собственно, как раз об этом. Я помню, как позвал ее к себе в комнату, в общежитии, и сыграл эту песню. У меня лежала подключенная электрогитара к компьютеру, уже полностью готовая. Я сыграл эту песню, и она меня дослушала, а я такой играю, чуть не плачу. И она в конце говорит: «Вань, ты знаешь, мне очень неловко, но я ничего не расслышал, гитара слишком громко». Я уж не знаю, помогла ли эта песня, или все-таки это было что-то другое, но у нас все хорошо, и я очень тебя люблю. И рад, что ты сегодня здесь. Выдыхай. Последний раз ткни мне мордой в стекло. Дави меня, туши мою страсть. Буду дымить назло. Больно пить ты грязным бурым пятном. Все, что мне от тебя останется, урна мой будущий дом. И вряд ли мне там понравится. Серым пеплом осыпятся вниз те мечты, что не сбудутся никогда. Меня вряд ли раскурят на пись. Шанс, если есть, то один из ста. Тебе травиться никотином моим, тебе кашлять моими смолами. Выдыхай скорее мой последний дым, и закрывай окно, а то холодно. Выдыхай скорее мою душу наружу, ей тесно. В твоих легких так мало места. Выдыхай скорее мою душу наружу, ей тесно. В твоих легких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам.
лестницу в небо оказалась расшатанной стремянкой, годно лишь на то, чтобы достать сутки солью банку. Но я готов был и по ней карабкаться к облакам, назло запретом и закрытым изнутри замкам. Порой казалось, цель близка, скоро доползу, я с собой тебя звал, но ты оставалась внизу, поднимала глаза, просила вернуться назад, а я не слезал. Все тверкнул тебе про небеса, думал, что сам могу решать за твоих людей, думал, что нам станет лучше от моих идей. Цепляясь за надежду, как за одежду репей, становился дальше от тебя еще на ступень. Но лестница в небо оказалась расшатанной стремянкой, годно лишь на то, чтобы достать центре соли панку. Возьму подмышку, отнесу в кладовку, пусть пылится. Прости за все и ради бога, ты не стань мне снится. Выдыхай скорей, мою душу наружу, ей тесно, в твоих легких так мало места. Выдыхай скорей, мою душу наружу, ей тесно, в твоих легких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Спасибо. Оркестр! 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 Я вам честно скажу, я не понимаю претензий, которые некоторые люди предъявляют к депрессивной музыке. На мой взгляд, депрессивная музыка, наоборот, помогает почувствовать человеку, который находится в беде, что он не один, и таким образом сделать первый шаг к тому, чтобы преодолеть это состояние. Довольно часто ко мне подходят наши слушатели после концерта или где-то просто на улице и благодарят конкретно за эту песню, именно так описывая ситуацию, что благодаря ей они смогли выйти из тяжелого состояния. Я считаю, что как минимум поэтому здорово, что эта песня существует. Этот трек называется «В темноте». Шестой день, сурка, честная петля моего нырка. В прошлом брошен на шею аркан шершавый. Парень сталинской высотки в центре Варшавы громоздится чуждым анахронизмом так давно, что символом города признан. Словно берлинской стены километр 300, оставлены прятками для туристов. Вынос мозга, разрыв, а не призмы. Я сижу одна, я помыл посуду, я бы счастлив здесь и уже не буду. Досрочно освобожденный от самых близких, условно приговоренный к самоубийству. Ухожу в себя по-английски, все нервы порвав на Union Jack. Стромало мешает виски, распинат приступы на крестах, а в тех залепляюсь и беру медицинским скотчем, когда стученные листья в обеих почках прорастают, будто прямо в позвоночке. Больно утром рано, больно просто ночью, днем я прячу за шторы сплошные пельмы и пою своим демонам колыбельные. У них много работы в ночную смену, и я гордо рву на шее, всувая вены. Без напевов моих плохо спрятаны, лежат и жрут, и стена ты меня взглядами. А за шторой картина не лучше, в принципе, кровавый режим, картонная оппозиция. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свою лучшую. Мысли дням грядущим я дарю, как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем. Я мог бы
бы остаться там, дереву на Петроградке, с желудком полным колес, недалеко от заправки, с пустой бутылкой в руке, под утро окоченевший, пятому году на пять лет уже помолодевший. Трава покрыта инеем, ноябрь кончится скоро, я тем не мерю больничные коридоры и кабинеты психолога. Все отчетливее понимая, не помогает, не помогает, не помогает. Я проснулся в испачканной куртке, в занюханном хостеле где-то в Петербурге. Я сыграть вчера пытался в жмурке, запивал бухлом таблетки, кусок придурка. Овощем полежать на дурке, добрый доктор мне предложит недели позже. Но я рецепт его отправлю в урну, у меня другие планы, раз я выжил все же. Не выходи из комнаты, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь и вообще инкогнито. Эрго шум, как заметила в форме в сердцах субстанции. Не выходи из комнаты, не говори с папарацци. Давай без всех этих слез на камеру, с перерывами на рекламу и клиентами спамеров. Слейся лицом с обоями, забрись, забаррикадируйся. Автобуса, космоса, эроса, вируса. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем... Песня «В темноте» открывает небольшой поэтический цикл в рамках этого нашего концерта. И если «В темноте» вы слышали строки Бродского, то следующая песня в качестве припева имеет первую строфу стихотворения Осипа Эмильевича Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда». Меня глубоко поразила история любви Надежды Яковлевны и Осипа Эмильевича. Если вдруг вы еще не смотрели фильм под названием «Сохрани мою речь навсегда», обязательно сделайте это в ближайшее время. Дело в том, что мы можем читать сегодня стихи Мандельштама и его прозу исключительно благодаря его жене Надежде, которая запомнила их все наизусть. Ее беспощадно преследовали, пытаясь уничтожить любые рукописи, оставшиеся после поэта, но это было абсолютно бессмысленно. Со своей стороны я посвящаю получившуюся песню, опять же, своей обожаемой жене. Сохрани мою речь. За совестный йога труда так вата. На коротких колоднах должна быть черная сладима, чтобы в ней каждую отразилась семью плавниками звезда. Сохрани, поиграй со мной в реальную телепатию. Не пророни ни слова по пути от отправителя к получателю. Они подумают, что мы не мы, ну и замечательно. Сохрани, пронеси под носами ищеек натасканных мимо глаза сочинов при погонах и демонов штатском. Спусть области ссылки, арест и казни до станка типографского. Сохрани, написанное в памяти моей пером, по памяти твоей листу. Не оступись по дороге на скользком льду. Канал едва подмерз, а идти еще не одну версту. Сохрани все то, что только ты одна можешь сберечь. Пока ты есть эту рукопись, им не сжечь. Не возьмет ни костер, ни печь. Меня уже не сохрани, храни мою речь. Сохрани, сохрани мою речь навсегда. За привкусный счастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный йога труда доклада. На городских колодцах должна быть черная сладима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. Сохрани мою речь.
нее, как младшую дочь. Помоги, пожалуйста, всем, чем мама может помочь. Качай бой по ночам беззвучно, пока не утихнет плач и не пройдет то, что ее мучило. Сохрани навсегда, выведи на орбиту без тебя. На чертежи ракеты от земли не дальше, чем пусть ракета прилетает на кеты, но они могут быть сбиты. Придумай метод, сохрани от потопов, пожаров и времени. Деревом стать суждено не каждому семени, а только тому, которому повезет с почвой, как мне с тобой. Сильно-сильно, очень-очень, и тебя и меня переживем неразлучные. Мы каждый раз поднимаюсь обратно, я взаймы, но сейчас улетаю без них. Бесконечно поцелую на прощание, сохрани твою речь, обещай мне. Сохрани, сохрани мою речь навсегда. За привоз несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный йога труда, как вода. На коротких колодцах должна быть черная садима, чтобы мне Рождеству отразила семью плавниками звезда. Некоторые самые догадливые люди, а также те, кто просто следят внимательно по соцсетям, как проходят наши концерты, уже догадываются, какая песня следующая. Но есть и те, кто совершенно не в курсе же, да? Замечательно, супер. Я смотрю, подавляющее большинство. Сейчас я хотел бы представить вам еще одного нашего гостя. Многие в комментариях к песне «Почитай старших» спрашивали, кто же сделал этот супер качающий бит. Его сделал Кирилл Борисов, также известный как Rusted, также известный как Andrew Groover. Мы работаем вместе очень давно. Он делал звук на таких пластинках, как «Противоганс», «Car Tribute 3.0», «Орфея Евредика», «Царь горы» и много-много где еще. И в этой песне он придумал такую гитарную партию, которую я не могу сыграть одновременно с речитативом, поэтому он будет играть ее сам. «Почитай старших»! Они появились там тихо, как лунные кратеры. Но они громко спорят, и тело нередко кончается драками. Они завывают, трещают, дрожат, как игла по разге поцарапанной. У них много общего, но я не слыхал еще двух одинаковых. Я порой говорю цитатами, они тоже нередко спорят готовыми фразами, откуда-то взятыми. Они в каждой клетке моей, в каждом атоме. Это не может не радовать, и попытом я защищен, как крытый турнирными латами. Под каждый ногой великана плечом, встречи глядя на мир из Итракевен. В их честь я трубил свою песнь, какие же частые хи нас Костола над Краковом. Новые шторы вбиваются, вплоть Пегас скачет. Уставший, прежде чем языком что-то молоть. Почитай старших, почитай старших. Величина стажа, это важно, когда скорость потока рвет чердак. Страшно сносит чертям башню, и ради зали пути расчехляй гаджет. Та тематика, вам не есть на классику. Почитай старших, величина стажа, это важно, когда скорость потока рвет чердак. Страшно сносит чертям башню, и ради зали пути расчехляй гаджет. Жить от тематика, вам тыкись на классику. Почитай старше. Добыча радиограмм, добыча в год труды. Сводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Кто-то кричит эти строчки, украденный позор лирическому кастрату. Другого напротив порадует декор величественной цитаты. Кто-то вообще не заметит ни шва, ни шитых кусков. Уход, другой даже в тему не глядит. Слышь, хороший ратор и дает хардкор. Культура распалась на плесень, липовый мед, трафареты и коллажи. Тащу на бит все, что плохо лежит. Я слов бесценных мод и транжир. И мародер, я самый модный в СССР. Лапки сменил на цилиндр и пушнаки лакированные. Весь англитер стоит на ушах.
руках, это я пишу трек, моя модель стелет биток. Это будет дедок с привидением Сереги и сели на пол, стену и потолок. Резонирую в так, веду по винилу рукой, как по Уиджи. Пластинку старинную я остановлю, там где сэмпл хороший увижу. И вызову духа, и с ним поболтаю о том, как полиняла задя городска от духа. Покружили на Сагамора на их саду, или я пороха током не нюхал. Как бы я выглядел так со своим языком, как Папуас или как Петуха. Я в доле времен утону, и голосами кричу, как второй терминатор. И снова кавычка открыта, снова начало цитаты. Почитай статус, величина стажа. Это важно, когда скорость потока рвет чердак. Страшно, сколько чертям башню. И разница не в пухе, расщепляй гаджу. Да ты мазика, подвигись на классику. Почитай старше. Примерно на этой песне как раз пропадает ощущение, что концерт является путешествием к горизонту, который все время уходит. Что довольно символично. Эта песня называется «Chasing the Horizon». Это наша совместная работа с группой POD. Sun is rising, my shadow is getting shorter. I'm chasing the horizon, trying to cross that border. All the time zones, from the poles to the tropics. I'm chasing the horizon, feeling so myopic. 25,000 miles, multiplied several times. That's the length of my way, full of precipices and heights, falls and climbs. Good signs, strange harbingers and the prophets. My footprints cover the planet from the poles to the tropics. I keep on wandering like a hazardous. My trip is hazardous. The sun is rising again like St. Lazarus. And as it's rising, my shadow is getting shorter. I'm chasing the horizon, trying to cross the border. But the faster I try to run, the farther we get. Look out where the stars were, can see where I'm going. This work will never be done, and it makes no other sense. The start and the finish are the sides of the same coin. The farther we get, look out where the stars were, can see where I'm going. This work will never be done, and it makes no other sense. The start and the finish are the sides of the same coin. The sun is dying, the dark is getting stronger. I'm chasing the horizon, trying to cross that border. Realistic imagination, spiritually captivated. Lost in your creation, my existence uncomplicated. Universe is aligned, purposefully designed. Guide me through the night, the great unknown to the great divide. I realize the blind, the sun is illuminated. Finding significance again, spiritually captivated. Even if they say I've been imagine this, then who can fathom this? I've been to the end of the world and back again. So I'll keep trying when the dark is getting stronger. To capture the horizon, even if I never cross the border. The faster I try to run, the farther away it gets. Forgot where the start was, can see where I'm going. This work will never be done, and it makes no other sense. The start and the finish are the sides of the same coin. Got where the start was, can see where I'm going. This work will never be done, and it makes no other sense. The start and the finish are the sides of the same coin.
я практически все свои клипы, ну, во всяком случае, последние, показываю своим детям. И вот Вася и Миша садятся перед экраном iMac'а, смотрят внимательно, и после этого Миша спрашивает у Васи: «Вась, а в чем смысл клипа? Я не понял». «Миш, ну как в чем смысл клипа? Ну, шел-шел, ушел-пришел, всю землю обошел, горизонта не нашел. Вот и весь смысл, Миш». Действительно, лучше и не скажешь. Михаил Иванович, к сожалению, сегодня ночью заболел, подцепил какой-то страшный ротавирус, поэтому сейчас не находится в зале. Но я очень рад, что Вася сюда пришел. Вася, привет. Вася занимался в вокальной студии и как-то раз исполнял эту песню в торговом центре в Люберцах. У него получалось, пожалуй, лучше, чем у меня, но я поборюсь за первое место с ним, чтобы не расслаблялся. Правда, у меня будет помощница. Я приглашаю на эту сцену снова уже многим знакомую и любимую Веру Цукаленко. Жадина. Шуршит фантиками, и никого рядом нет. Никто к жадине даже не подойдет. Жует жадина в шоколаде весь рот. В шоколаде весь рот. В шоколаде весь рот. Никто с жадиной уже не дружит давно. Вместе жадничать ужас как тяжело. Скучно одному, неинтересно совсем. Зато можно ничем не делиться ни с кем. Па-па-па-пам, не делиться ничем. Па-па-ра-па-пам, не делиться ни с кем. Па-па-ра-па-пам, не делиться совсем. Па-па-ра-па-пам, пам-пам-пам. Свобода ерунда, одиночество пустят. О таких мелочах жадины не грустят. Па-па-па-пам, никогда не грустят. Па-па-па-пам, никогда не грустят. Па-па-па-пам, никогда не грустят. Па-па-па-пам, пам-пам-пам. Аплодисменты Вере! Сейчас мы сыграем мой самый любимый номер всей программы. Это песня «Грабли». Плохо не слушался, так себе кушал. Дедушка,
ты будешь в ужасе, как в прошлом году, даже хуже. Говорил слова нехорошие, а те, что дал, все нарушил. Ноль выводов из ошибок прошлого, только выводок новых Гречков еще взял на душу. Хулиганил, дразнился, дрался, напивался, буянил по полный жоп. Каким был, таким и остался, по-другому не смог. Пожалуйста, положи для меня, меня нового в свой мешок. А я залезу на табуретку и прочту тебе свой стишок. Я все исправлю, починю и налажу. Если снег новогодний на прошлогодние грабли не ляжет, так что я не замечу до боли знакомый зубцов под подошвой. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым, прошлым, прошлым. Хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легкими, простым и глубоким, без желчных речей, с подоплекой, без глума над недалекими, понявшим, принявшим, простившим и отпустившим. В чулке у камина новая карма, Хари Рама, Ом Хари Кришна, разношу бы Всевышний, пролез бы в трубу и под елку меня положил. Классный был бы подарок, жаль, его я не заслужил. Я все исправлю, замечу до боли знакомых зубцов под подошвой. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым, прошлым, прошлым. Я все исправлю, починю и налажу. Если снег новогодний на прошлогодние грабли не ляжет, так что я не замечу до боли знакомых зубцов под подошвой. Если следующий год, как всегда, снова вдруг не окажется прошлым, прошлым. Спасибо огромное. Знаете, что мне нравится в этой аранжировке больше всего? Вот в мультиках 50-х годов так метель озвучивали. Очень морозное ощущение. А можете еще раз эту фразу сыграть, пожалуйста? Я послушаю хоть сам. Спасибо. Оркестр.
И снова добрый вечер. Для тех, кто до сих пор не в курсе, что же сейчас будет происходить. Я могу издавать разные звуки, но это я вроде бы доказал уже давно. Я решил пойти до конца. Теперь на мне, как вы видите, висит гитара. Сверху укулеле. Здесь у меня синтезатор, который может звучать так. И вот так. Ногами я все это буду сэмплировать в реальном времени, записывать, включать, выключать, наслаивать друг на друга и так далее. Посмотрим, что из этого получится. Столько лет, как рыба об лед, и никакого эффекта. За годом год, а я не бизнесмен, не банкир и не фининспектор. Многие мне говорили, что я выбрал неправильный вектор. А потом я однажды взял и создал тоталитарную секту. Первого завербовал, без палева разгон анал. Он на зарплату, что получал, Эльдорадо арендовал для собраний подвал. В неделю сначала по разу, позже по два. Мы с ним для молебновой проповеди ходили туда. Подтянулась братва, и вот уже в руках брошюрки зажав. В ожидании моего духоподъемного колтежа уходом мнется большая толпа прихожан. Ради веры пропустивших субботний ашан. Шуршав гору спрос, членский взнос дорожал. Я цен не снижал, в подвале стало тесно, я круг не сужал. Еще пару лет, и наш центр занял уже аж 3 этажа. Теперь куча людей, каждый уикенд на дошке вместе держа. Хором поют эту песню, и песня сия хороша. Гоищи, ночь МС, слався на Руси, чушь неси, голоси. По земле колеси, как и сидиси, пока не эмигрируешь на небеси. Небеси. Это главная заповедь на моей скрижали. Небеси власть имущих, чтобы помещение не отжали. Небеси отморозков экстремистов, чем они тебе помешали. Они же просто в других сектах, не обижай их. Не порти малину коллегам, каждому уже пророку по преданной пастве. А лезь со своим уставом, чужие храмы тупо опасно. Но чему тебе не живется, копайся себе на собственной грядке. Небеси бешеных... Смерть это совсем не прикольно. К тому же тебе ли не знать, чем на деле является обетованная загробная благодать. Помнишь, как вырубила на лежаке скорой помощи? Как 2 суток при анимации потом валялся беспамятным овощем. Выключила, включила, и ни секунды посередине. Короче, бесить не тема, бесить никого не буду отныне. Я же вообще за добро, борюсь ежедневно со злом. Помоги мне в борьбе, спой со мною этот псалом. 3, 4. Гоиси, ноземси, слався на Руси, чушь неси, голоси, да бабло коси. По земле колеси, как и сидиси, пока не эмигрируешь на небеси. Оу-оу, на небеси.
Многим коллаборация группы Noise MC и оркестра русских народных инструментов кажется, ну, чем-то невозможным, странным, неожиданным. Как по мне, все очень логично. Вы зайдите на любой портал, посвященный рэпу, и почитайте, что там пишут про Noise MC. Всем давно известно, что я колхозник, обвешанный гитарами. И я обвешан гитарами только потому, что домры вешать неудобно. На них играют сидя. Можно было бы балалайку, конечно, взять. Ну, так я и взял. Следующая песня. Если вдруг случится ядерная война, и пропадут все-все-все записи, и вдруг каким-то образом ее раскопают, потому что ее еще издавали на CD, я думаю, что она может стать русской народной в будущем. Надеюсь на это, во всяком случае. Более патриотического мы так ничего никогда с парнями не написали. И песня эта называется «Yes Future». Остальных все будет отлично. Миллионы праворульных «Жигулей» заполнят пространство японских хайвеев. Россия впереди планеты всей. No future — это не наша идея. Нам скоро стопудово повезет. Свежий ветер разгонит все черные тучи. Все черти кадилом по морде получат. Yes, future. Yes, yes, future. Прогноз человечества. Я в будущее смотрю с оптимизмом. РПЦ совладает с нечистью. Православных отсосут сатанисты. Дьявол признает ошибки прошлого. Папа простит и вернет на небо. Вместо пустого, пошлого, ложного. Правда реальная, как буханка хлеба. Волшебник в голубом вертолете давно взлетел и вот-вот прибудет. Ему тут КМ всего пару сотен. Скорее сюда все, кто мечтал о чуде. Ты говоришь, это все невозможно. Мне от вас, пессимистов, тошно. Все беды из-за нытья вонючего вашего. Пачка евро за монету 5 рублей. 100 баксов в обмен на 15 копеек. Россия впереди планеты всей. No future — это не наша идея. Нам скоро стопудово повезет. Свежий ветер разгонит все черные тучи. Все черти кадилом по морде получат. Yes, future. Yes, future. Yes, yes, future.
настало время запустить свою мохнатую руку глубоко-глубоко в закрома и выудить оттуда, наконец, самый-самый-самый-самый древний на сегодня экземпляр. Эта песня называется «Лето в столице». Не без легкого ужаса замечу, что она даже древнее, чем песня для радио, что вроде бы практически невозможно. Но тем не менее. Итак, «Лето в столице», 2003 год. В столице, асфальт раскаленный от зной дымится. В вагоне метро на меня глядят жарой изнуренные лица. Ночами не спится, от комариных укусов не скрыться. И сколько бы ты ни выпил воды, тебе все равно не напиться. В этой железобетонной пустыне так мало радужных красок. На небе опять дымовая завеса, горят торфяные запасы. До отказа заполнены грязные пляжи, все ищут прохлады. Из-под горячего крана ни капли, да мне и не надо. Продавщицы снова разводят руками, в ларьке нет холодного пива. Берут то, что есть, руку не жжет, ну да и ладно, терпимо. Кто-то наебится, кто-то в Анталии, а кто-то в Ницце. Все за границей, а мне остается лето в столице. Летом в столице медленно сходит на нет. Летом в столице тяжелая, как пистолет. В кармане пара монет, мяты штаки плюс сигарета. За что ты не любишь меня? Жаркое солнце столичного лета. Миллионы машин, тут резин жлын, по разные стороны белые межи. Газом выпал блёки, не забивая, но хоть не дыши. В этой бутылке раньше был тоник и джин, а теперь только дым. Я, наверное, умру молодым. В плеере нет, она плавится пленка, любимые кассеты. Откуда температуры такие в средней полосе-то? Где же выгребные дожди, где же лунайские грозы? Чёрту все ваши метеосводки, я не верю прогнозам. Где бы я ни был, куда бы ни шел, всюду ждет меня дыхание горячее этого города. И сушняк, я медленно тлею, как сигареты табак. Летнее солнце, за что ты меня не любишь так? Лето в столице. Лето в столице. В кармане пара монет, мятый штакет плюс сигарета, за что ты не любишь меня? Жаркое солнце столичного лета. Спасибо! Следующая песня открывает хип-хоперу Орфея Евредика.
Эта песня называется «Голос и струны». Чехол и монеты в чехле. Мой хлеб, не спеши, пешеход, свой куплет. Тебе споет поэт, нищеброд. За душой у меня нет ничего, но судьба еще покажет мне аттракционный светлых щедрот. Из-за закрытых дверей вот-вот послышится скрип заветных щекол. Ты тогда отупит кошельком. Я отгорожу себя и семью. Я за хвост еще удачу поймаю свою. Ну а пока я тут лобаю, пою. Главное, сердце, струны и связки, звуки встают. Голосы, струны, рифмы, нот, хоровод, уличным шумом. Ветер в карманах свистом дополнит наш хор. Мечта вместо планов и в мыслях обрывки стихов. В мыслях стихов обрывки. У кого-то бизнес, купцы разводят лохов на рынке. Товар же залежало, втридорого втюхивают. По ветру держат жалости, что-то вынюхивают. Но я не из таких торгашей, мысли о низком ремесле. Гоню я тихо, взошли мне истинный вечный след. Дороже любых миражей, но когда же пойдем в конце туннеля вспыхнет уже. Не оставит для меня здесь мироздание. Расти духовно, пока низкий потолок не раздавит. Не оставит, не оставит. Я точно знаю, ведомый мужами я донесу туда свое знание. Голос и струны уличным шумом. Ветер в карманах свистом дополнит наш хор. Мечта вместо планов и в мыслях обрывки стихов. Перед переполненными трибунами и ребят двух людей, как последний раз голосом и струнами чудеса творит арфи. Перед переполненными трибунами и ребят двух людей, как последний раз голосом и струнами чудеса творит арфи. Первый раз мои дети пошли на мой сольный концерт в стадиуме в 2016 году. Мишка тогда взял с собой свое игрушечное банджо, с которым он на тот момент никогда не расставался. И, наверное, самое милое, что с этого концерта я видел, это видео, как он играет на банджо и подпевает плюс-минус ноль. Поскорее бы он выздоравливал маленький жук. Эта песня посвящается моей обожаемой семье. Ане, Васе и Мише. И песня эта называется «Плюс-минус ноль».
все, что придумано, сделано и сказано мной. В масштабах этого мира плюс-минус ноль. Все, что я узнал, понял и проанализировал, плюс-минус ноль. В масштабах этого мира все, что от меня останется, когда я кони двину, примерно ноль, плюс-минус. Но есть кое-что, что греет изнутри. Сейчас я единица, и дома жду плюс три. Там точка отсчета моей системы координат. Без этих трех осей я черный квадрат. Плоский абстрактный символ, не подкрепленный ничем. Хрен пойми зачем, намалеванный депрессивным Малевичем. Кто-то на Ясенево, кто-то на Новодевичьем. А мне вот оставлять венки пока не на чем. И значит, где бы я ни был, я либо немного дальше, либо немного ближе Кани, Васи и Миши. И какие бы графики замороченные я в этом 3D не вычерчивал, в первую очередь заведомо тысячу раз сильнее любых прочих. Я люблю моменты, когда мы с ними все в одной точке. Все, что придумано, сделано и сказано мной. В масштабах этого мира плюс-минус ноль. Все, что я узнал, понял и проанализировал, плюс-минус ноль. В масштабах этого мира все, что от меня останется, когда я огонь двину, примерно ноль, плюс-минус. Но есть кое-что, что греет изнутри. Сейчас я единица, и дома ждут плюс три. Дома ждут плюс три, если на пять минут в магаз. И если гастрольный график датами пестрит. На любых глубинах холодных я чую этот гольфстрим. И перекресток неизбежен, а не авеню я стрит. Возможно, позже к четверке прибавится кто-то еще. Таким подарком судьбы я буду только польщен. Но главное, чтобы остались те, кто уже пришли. Любой плюс не лишний, но вычитать согласен лишь нули. Все, что придумано, сделано и сказано мной. В масштабах этого мира плюс-минус ноль. Все, что я узнал, понял и проанализировал, плюс-минус ноль. В масштабах этого мира все, что от меня останется, когда я кони двину. Но есть кое-что, что греет изнутри. Сейчас я единица. Спасибо. Я тут отводил утром детей в школу, и они учатся прямо в соседних классах. Обычно первую я завожу Мишку, расписываюсь там в читательском дневнике, и потом уже завожу Васю в его кабинет и расписываюсь в его читательском дневнике. Если кто не знает, читательский дневник — это такая тетрадка, где отмечают, сколько ребенок в день читал. В большинстве школ теперь такой фашизм, да, с первого класса прям. Ну так вот, и Вася мне говорит: пап, а я тут получил пятерку за сочинение, как я провел каникулы, хочешь почитать? Я говорю: оно длинное? Он говорит: пап, огромное, две страницы. Я говорю: постараюсь успеть. Первое же предложение или второе. Первый день каникул я провел с папой, который очень редко бывает дома. Ну, ЗМС известная плакса, да, действительно, я чуть не расплакался, конечно, на этом моменте. Вась, я постараюсь бывать чаще. Сейчас на эту сцену я хотел бы пригласить людей, по которым, я уверен, вы уже слегка соскучились. Это, конечно же, Александр Кислинский. Владимир Зиновьев. И диджей Стаффорд.
Группа Noise MC — это, конечно же, бездушная корпорация, главной целью деятельности которой является максимизация прибыли. Вот. И мы хотим, чтобы наши шоу были надежными и питательными, как комплексный обед. И вот прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию мясо на десерт. Первая песня этого блока называется «Бассейн». Бассейн полном разбитом по стекла. Ставлю рекорды на скорости глубину. Ну-ну-ну-на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла могу проплыть легко по самому дну. Бассейн полном разбитом по стекла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорости глубину. Ну-ну-ну-на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. Но-но-но. Такой вот экстремальный молодежный спорт. Из фотоспорта вообще не виден мой силуэт. Я оставляю за собой ярко-красный след. И ставлю новый недосягаемый рекорд. Мои болельщики следят за алой полосой. В бассейне бликом не причудливо играет свет. Порою кажется, что уже надежды нет. Но я выныриваю снова всем на сложный бой. Лужи собственных кровен на капель не скользя. После забыва еле выползая на карачках. Носил и скорой помощи я не раз уже пачкал. Врачи качают головами, типа так нет. А как это нельзя, когда на самом деле можно? Хороший день, я точно знаю, что не утону. Смотрите все, я сейчас еще раз сыгану. Такой вот экстремальный спорт молодежный. Бассейн полом разбитом по стеклу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорости глубину. Ну-ну-ну-на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. Ну-ну-ну. В бассейне полном разбитом по стекла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорости глубину. Ну-ну-ну-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. Ну-ну-ну. Я вылезу и сразу дам 100 000 интервью. На золе бэй, бестолковой разношерстной прессе. Их однотипные вопросы меня уже не бесят. Мне даже проще, я на автомате говорю. На всех трибунах тишина повиснет мертвым грузом. И зрители покинут длинные ряды из кресел. Уборщик цифра труд, оставленная мною месиво. Пройдут по секторам и рассортируют мусор. У каждой стаканы и обертки от хот-догов. Отправятся в черный шок, вставленный в контейнер. Ну а стеклянные бутылки заберет мой тренер. Для постоянных тренировок нам их нужно много. Пока я буду колесить по улицам центральным. Забитым пробками в автобусе с красным крестом. Он будет разгибать их в требезги в бассейне пустом. Такой вот молодежный спорт экстремальный. За несколько секунд от угла до угла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. Бассейн пополам разбитом во стекла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорости глубину. Я недавно посетил спектакль по произведению Владимира Сорокина «Норма». Меня многое в нем поразило. Обязательно сходите, если у вас будет возможность, оставьте свое мнение. Он вызывает массу противоречивых оценок. Но мне лично очень понравилось. И отдельным образом меня удивило, насколько созвучны сегодняшним днем вещи, написанные в позднем Советском Союзе. Роман «Норма» появился в первой половине 80-х. А такое ощущение, что его придумали буквально недавно, как сатиру на происходящее. И песни Летова 80-х годов написания тоже звучат нынче очень актуально. Следующий трек называется «Все как у людей».
кажется, что если, ну скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом, рентгеном в сканере просветят ласково в целях безопасности государственной. И обратно вряд ли пришьют уже. Руки ищут затылки над обрубками шеи, туловище жмутся грудными клетками к стенам. Не видно из контейнера, что там с телом. Лента с монотонным гулом коробку тащит, и для тулова тоже подыщут ящик. Станет стан обезглавленный в нем лежащий, почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней. Все как у любви. А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце ждет в инстаграме лайка от принца и ждет от черной пятницы низких цен. Мерно цокают копытца по улице, винтят демонстрантов мальчики и коллеги, обсуждают рецепты подружки, умницы мне до заблокированной телеги. Она завтра купит книги, наборчик лего для племянника на его рождение день. В наборе автозак и три человека, двое ментов на одного. Все как у людей. Все как у людей. Все как у любви. Все как у любви. СМИ голосят, что повсюду агенты мишень ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада. Звездно-полосата, носата 50-м. Лёд под ногами майора ломается легче, чем кока фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются софтеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее, бей. Все как у любви. Нагидай, перестань, если кипишь реально, начнется, что будет представиться. Тут тебе не мёза, ты достал. Ты чё надрываешься, в натуре достала. Дерьмо на вентиляторе дышать не легче. Лишь охота респиратор прижать покрепче. Без тебя хватает справа, орать легко. Все знают, как не надо, как быть никто. Поливший питон, медиаклоунаду. Каждый гвалидом анаду, ума палата. И на все твои взгляды, а ты чё стоишь многовато на авту. Все заложники режима с кляпом во рту. Протест не в затяг, бунт в соцсетях. Пляски по чужую, будто на чужих костях. Лучше больше же газпромовских развлекал. По жирным заказникам, в шикарных особняках. Мир однокомнатной квартиры с совмещенным санузлом. Микрофон за 100 рублей, самопальное музло. Ты же выбрался оттуда, значит повезло. Так фильтры, базары, нож, на счету число. Уютная коробка мещанского райка. Лубочные картинки про счастье дурака. Типичные сюжеты культуры сурака. Душонка по дешевке, а шкура дорога. Но ты давай вон спроси у своих детей, где их папа нужней, в сводках новостей, чтоб ноги об него вытирать по телеку или в коридоре, чтоб сиденье поднять у велика. Пока кормят, ешь, пока поют, пей. Московское дело должно быть прекращено. Ну что же, дорогие друзья, на этом сюрпризы сегодняшнего дня не заканчиваются. Сейчас на эту сцену выйдет несравненно обворожительная, головокружительная и просто невозможная дива по имени Елизавета Монета. Всем приветики!
Лиза, привет, великолепно выглядишь, очень рад, что ты пришла, спасибо тебе большое. И тебе спасибо, что пригласила. Это мы репетировали очень долго, по-моему, получилось просто супер. Очень естественно. Ну что, что ты хочешь спеть, расскажи. Я хочу спеть что-нибудь веселенькое, знаешь, чтобы можно было попрыгать. Наконец-то, Лиза. Тут такой мрачняк был, пока ты не пришла. Просто ужас какой-то. Не хватает чего-нибудь такого залихватского, дискотечного, чтобы прям вот бросилась на танцпол душа, а уж за ней и тело. Танцуйте, будто вам стреляют под ноги. Люди с автоматами! Люди с автоматами хранят мой мир. Люди с автоматами хотят добра, чтобы я работал и семью кормил, чтобы по дворам. Люди с автоматами не просто так, людям с автоматами кто-то дал, чтобы защищать меня от атак, чтобы предотвращать террор и криминал. И люди с автоматами нас спасут от людей с автоматами, если что. Таких людей с автоматами всех убьют, из них хорошие сделают решето. А если все-таки плохие вдруг победят, значит просто плохими были не те. Это нам хорошие доходчиво объяснят перед тем, как забрать суверенитет. Ты о чем, какие люди с автоматами? Там на танцполе скачут телочки поддатые. Там в туалете делят нам пятисыми картами. Какие люди вам, с какими автоматами? Ты о чем, какие люди с автоматами? Там на танцполе скачут телочки поддатые. Там в туалете делят нам пятисыми картами. Какие люди вам, с какими автоматами? Пока либералы мянут, а правые жаждут крови. Подростки торчат на рыбах, выделенки на кисти крови. Им всем после за 3 часа, всем через дом искать работу. Все это может и не случиться, смотря то, как доведется бору. Кому-то из вышедших отмажет батя, ну а кому-то военкомат с вещами. Казарм начала одну подсупать, убийца дал под упыль так сапогами. Злобные агрессоры хотят войны у границ. Силы тайком собрать. Люди с автоматами хранят мой мир. Люди с автоматами хотят добра. Плачут ей давно пора, удачки смотывай. Там на танцполе плачут телочки податые. Там носом полный жар, тусовщики помятые. Там люди в масках лиц, люди с автоматами. Плачут ей давно пора, удачки смотывай. Там на танцполе плачут тёлочки податые. Там носом полный шат, песочники помятые. Там люди мастер-клиф, люди с автоматами. Пип-пап, пип-пап, пида-пида, пип-пап. Пип-пап, пип-пап, ра-та-та-та-та-та-та. Пип-пап, пип-пап, пида-пида, пип-пап. Пип-пап, пип-пап, ра-та-та-та-та-та-та. Люди с автоматами хранят мой мир. Люди с автоматами хотят добра, чтобы я работал и семью кормил, чтобы по дворам смеялась детвора. Люди с автоматами не просто так, людям с автоматами кто-то дал, чтобы защищать меня от атак, чтобы предотвращать террор и криминал. И люди с автоматами нас спасут от людей с автоматами, если что, поют людей с автоматами. Тех убьют, из них хорошие сделают решето. А если все-таки плохие вдруг победят, значит просто плохие, но были не те. Это нам хорошие доходчиво объяснят перед тем, как забрать. Лиза, получается просто супер. Согласна. А вы, ребята, согласны? Отлично. Мы будем продолжать тогда. В том же духе. Совершенно верно. Объяви, пожалуйста, следующий номер. И это песня Child. Ну что ж, колокола послушаем сейчас. Жил на свете человек впечатлительный. Любым советом следовал неукоснительно. Он от этого и умер, вообще-то, видимо, по совету из ютубовского видео. Написал тот человек в завещании,
чтоб на повторе от начала до окончания этот трек играл на похоронной церемонии. И чтоб кости плясали, все не клонили со всей дури, чтоб силы не экономили. Послушай мой совет, формате MP3. Не жди, пока застаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители не чают фрик. Гори в аду, в аду гори. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители не чают фрик. Гори в аду, в аду гори. Сатана напевает эту песню в душу, пока жена ему готовит на кухне кушать. Она знает, чем порадовать на ужин мужа, и достает из морозилки твою злую душу. Пока в раковине тает кровавый лед, он шампунь с экстрактом джажаба берет. И намылившись весь от рогов до копыт, с закрытыми глазами то поет, то свистит. То зарычит, это тайская птичка, мотивчик адски прилипчив. Настроение просто отличное, мелодично шучит водичка. На кухне стучит молоток шипастый, на кухне шипит в сковородке масло. Там дым коромыслом и пахнет вкусно, когда повар от бога еда искусство. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители не чают ты. Гори в аду гори. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители не чают ты. Гори в аду. Я уже сплю, как пенсионер. В зеркало посмотрел, видит, располнел. Полотенце снял, стучка на стене. Вытер голову и тело, халат надел. Сел за стол, налил для аппетита стол. Из большой бутылки с перевернутым крестом. От аромата учит желудок пустой. А ты такой кричишь, ему жирно, стой. Ложки трожь, рот закрой. Мы перебегали на круче, плохое, как надо в рай. Сатане не впервой служить эту срань. Из рюмки крепкий настой льется через край. Прямо в рот, и все выпьет аперитив. Он получит под нос все тот же мотив. Сейчас они подкрепятся с женой нормально. И отправятся антихриста делать спальню. Не жди, пока состаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители не чают ты. Гори в аду гори. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители не чают ты. Гори в аду гори. За эти самые прекрасные 10 минут в моей жизни столько внимания получала, когда мне был один годик, наверное. Монеточка! Следующую песню я посвящаю памяти человека, на музыку которого она была сочинена. Памяти Александра Петрунина, также известного как Миварк. Это один из самых талантливых электронных музыкантов нашей страны. И я горд, что мне удалось с ним поработать вместе. И я горжусь им как другом. Жвачка. Память о тебе, как жвачка в волосах. И, видимо, слишком глубоко в башке застряли корни. Холодно в аду, нечем дышать на небесах. Вселенной больше нет, но я о ней зачем-то помню. Память о тебе, как жвачка в волосах. И, видимо, слишком глубоко в башке застряли корни. Холодно в аду, нечем дышать на небесах. Вселенной больше нет, но я о ней зачем-то помню.
яркой вспышкой. Из фильма «Люди в черном» я бы выкрутил реле на максимум. И вообще все подчистую стер бы, очутился бы в незнакомом месте, ничего не понимая, не зная, кто я, лишившись потребности глушить препаратами фантомные боли. Я прочил бы бесцельно по городу, ставшему путь спасительно чужим, не чувствуя зажимов по критерии, свободный, как выпущенный джин, которому нет больше нужды рвать на себе волосы, пытаясь осуществить невыполнимые желания собственного внутреннего голоса. Я написал бы себе записку с просьбой не пытаться узнать о прошлом, во избежание возможных рисков наврал бы в ней сам себе безбожно. А если бы вдруг я кого-то встретил, кто напомнил бы мне о забытом, я нажал бы еще раз на кнопку, это так просто. Это так просто! Выкол память о тебе, как жвачка в волосах. И, видимо, слишком глубоко в башке застряли корни. Холод на воду, нечем дышать на небесах. Вселенной больше нет, но я о ней зачем-то помню. Память о тебе, как жвачка в волосах. И, видимо, слишком глубоко в башке застряли корни. Холод на воду, нечем дышать на небесах. Вселенной больше нет, но я о ней зачем-то помню. Ну а теперь я хотел бы пригласить на эту сцену настоящую легенду, отца-основателя группы «Наив» и самого главного панка страны, Александр Чача Иванов! История, как появилась песня, которую мы сейчас споем, уходит корнями в не такое далекое прошлое, как Санек может рассказать. Это было всего лишь 10 лет назад. Тогда у нас с Саней своих детей еще не было, но мы частенько захаживали к нашим друзьям, к Чаче и его жене Ли. У них уже была Аврора. Они постоянно слушали дома детские песенки. Многие из них были на английском языке. И одну из них Саша переделал так. Я враг системы, а вы все козлы, а вы все козлы, а вы все козлы. Козлы, 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 козлы. Меня дико зацепила эта штука. В общем, мы увиделись на фестивале «Воздух», и там впервые исполнили фристайл с таким припевом. А уже чуть попозже, когда я загремел в Петрозаводский вытрезвитель, я наконец-то вышел оттуда с готовой идеей в голове и довел это все до ума. Ваня, спасибо тебе. Мне кажется, она получилась великолепно. Спасибо тебе, Саша. Устрой, дестрой! Устрой! Честное слово, я не виновен. Я не помню, откуда столько крови на моих ладонях и моей одежде. Я никогда никого не бил прежде, никогда ничего не бил прежде. Был тих, спокоен, со всеми вежлив, всегда только бурду бросал в мусор. Обходил стороной шумные тусы, запрещенных веществ никаких не юзал. Был положительней самого плюса, а потом как-то раз эту песню услышал, и все, прощай, моя крыша. Устрой, дестрой, порядок, это отстой. Кусила байты себя школю пустой. Добей, разбей, новую открывай. Давай, давай. Устрой, дестрой, порядок, это отстой. Кусила байты себя школю пустой. Добей, разбей, новую открывай. Давай, давай. Если вдруг у тебя нет головы, я могу тебе легко одолжить свою, но только чувствую, чтоб ты потом не ныл, бо...
давай с тобой договоримся тупо. Твой поступок — это твой поступок. Свою ответственность перекладывай глупо на чувака из какой-то там группы. Я рад, что ты со мной согласен, друг. А теперь давай-ка взгляни вокруг. Всюду гады, скоты кругом. Задаем жару, устрой патрон. Устрой, дестрой, порядок — это отстой. Круши, ломай, тряси башкою пустой. Затей, возьми, и новую открывай. Давай, давай. Устрой, дестрой, порядок — это отстой. Круши, ломай, тряси башкою пустой. Затей, возьми, и новую открывай. Давай, давай. Почему воруют политики? Почему врут средства массовой информации? Почему на свободе преступники? Почему деградирует нация? Почему растет безработица? Почему в России маленькие пенсии? Почему о детях предки не заботятся? Это все нужно все со своими песнями. Устрой, дестрой, порядок — это отстой. Ключи ломай, тряси башкою пустой. Затей, раздей, новую открывай. Давай, давай. Устрой, дестрой, порядок — это отстой. Ключи ломай, тряси башкою пустой. Затей, раздей, новую открывай. Давай, давай. Саш, я смотрю, 10 лет спустя ты уже не так уверен, что так уж плохо быть старым, трезвым и больным, да? Нормально, нормально. Нормально, да, на самом как деле? Как дела, ребят? Все факи розданные на сцене дружеского характера. Никого вообще не хотел обидеть. Я считаю, здесь собрались лучшие люди сегодня. Спасибо всем, кто пришел. Это круто, что так много людей пришло сегодня. Вань, я желаю тебе вообще... Просто весь полный респект от меня тебе есть всегда. Спасибо, Саша. Брат, спасибо. Пока. Йоу, ну что, вы готовы качнуть, как в последний раз? Этому общажному оболтусу сказали, что перед ним будет площадка типа кропоса. Он бы посчитал это фопусом и гребаным издевательством, но это не так. И вот посмотри, каждый приятель сам может.
может заценить эту ситуацию. Спасибо вам за информацию, которую вы распространили. Сестрицы и братцы, вы снова здесь в Саите, и это замечательно. Спасибо большое, без вас не вышло бы это мероприятие. Мы так долго репетировали, мы так долго старались. Вот Сашка, например, хотел бы сейчас серфить в зрительном зале. Он бы разбежался и прыгнул, но тут большой барьер, поэтому не получится, извините. СССР давно уже распался, но мы не распадемся никогда. Дамы и господа, я передаю привет тем рядам, которые вдали вверху сидели и светили фонарями. Иногда я вас не видел, но вы по полной программе участвовали в этом шоу. Ох, вы меня озадачили. Спасибо большое каждому, кто здесь был. И значили эти слова для меня, может, и немного, но я хотел бы, чтобы мы и дальше шли с вами в ногу. Спасибо всем, кто с нами с самого начала. Я надеюсь, для вас это что-то означало. Итак, до самого финала мы пройдемся вместе. А теперь какой бы припев придумать в эту песню? Ничего в голову не лезет, поэтому будет это из тех песен, где нет никакого припева, друзья, бесполезен. Припев здесь абсолютно, ведь ежеминутно нужно говорить вам благодарность, и это не трудно. Мы сегодня поработали, ребята, основательно. Это было замечательно, и я не знаю, смогу ли спать эту. Сегодня в кровать я лягу, но вот не замкнутся глаза, потому что я буду видеть этот зрительный зал. Спасибо за то, что вы, не делая шага назад, оказались снова с нами здесь. Ух, потекла слеза, смешиваясь с каплями пота на моем лице. Спасибо вам огромное за этот замечательный концерт. Без вас бы его бы не вышло, так что здорово, что мы сегодня сделали это в столице нашей страны. Итак, я хотел бы, чтобы каждый из собравшихся граждан орал так, как не однажды, ни единожды еще не делал в жизни своей. Дорогие друзья, ой, я слышу пару классных идей. Эй, отдайте мне деньги, я по покупке сожалею, потому что здесь были балалайки, но не было жалеек. Жалеек не было, действительно, извините, я немного обманулась, приглашу, дорогие зрители. Но я надеюсь, все остальное их кое-как заменило. Поэтому сейчас я хотел бы, чтобы с финальной силой вы поблагодарили оркестр Белгородской филармонии. Друзья, давайте похлопайте ладонями! Этому концерту был очень непростым, и я рад, что мы наконец-то в этой самой точке. Спасибо большое, Москва! Спасибо, Крокус! Спасибо всем, кто приехал к нам издалека. Спасибо моей семье, моим близким, моим друзьям, всем, кто поддерживал меня все это время. В следующий раз мы тоже придумаем вам что-нибудь интересное. До новых встреч, Москва! Всем пока! Ну и не забывайте, 23 ноября мы обязаны надрать зад группе «Ленинград». Увидимся с вами на ЦСКА-арене. Всем пока! С вами была группа «Noise MC» и оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением Евгения Алексеевича Олешникова. До новых встреч, всем пока, надеюсь, вам понравилось.